slow down. Grab and go up. Baby, like you tryna make your ass fall off. Slow down. Я всех приветствую, друзья. С вами Валерий Хаус и прохождение игры Resident Evil 2. Компания за Леона Кеннеди. Так, мы нашли в прошлом эпизоде ключ от генераторной. Собственно, туда и направимся. Наверное, место огнемета возьмем УЗИ, так как в огнемете 6% всего осталось. Это не есть много. А, проверку нажал. Так, нормально у нас аптечка есть. На всякий пожарный. Эти мутированные лизуны, такие живучие твари. Здесь ничего не действует. Дверь тяжелая дверь перекрывает проход. Берем траву, смешиваем. Так, еще одна. Отлично. Я думаю, в этом эпизоде мы добьем наконец игру. Это будет финальный эпизод. После я запишу бонус видео. Так, 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 так. Отвали, 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 отвали. Вот. В бонус видео я покажу. Дополнительные сценарии за наемников, которые открываются. Вот. Так. Зайдем еще сюда, где нас траванули. Сразу выберем автомат. Блин. Тварь.
Офигеть, столько патронов у них надо. Ах ты. Переключатель света, нажмите его. Да что ты будешь делать-то? Активатор МЦБ для синтеза базовой вакцины. Ну, этим занимается Клэр. В принципе. Обойма для Магнума. И все. Мы потратили столько всего, чтобы взять патроны для Магнума. Если по сути они погоды не сделают. Пипец. Нужно двое или больше сотрудников, чтобы войти. Начало идентификации отпечатка пальцев. Нет. Мы все равно одни. Все, направляемся в генераторную. Эту дверь мы не открыть тоже, да? Здесь тоже никак. Все, у нас путь только в генераторную. Я знаю, что ты ищешь. Ты пришел за вирусом G, не так ли? Но ты никогда не получишь его у меня. Это наследство моего мужа. Нет. Где этот шпион, с которым ты работала раньше? Ты знаешь, о ком я говорю. Что? Ты действительно ничего не знаешь. Ты такой наивный. Она одна из тех, кого послало агентство. Единственная причина, по которой она пришла сюда, это добыть G-вирус. Ложь. Нет, это правда. Я узнала это, когда проверила ее биографию. Она была очень близка к Джону и стала его девушкой, чтобы получить информацию про Амбреллу. Этого не может быть. Я знаю ее. Эйда не могла сделать такого. Если ты не веришь, то мне все равно. Ты все равно умрешь. Оба-на. О, в хребет прям мне. Да что ты? Да дай мне пройти-то, блин. Тиран. Так. Раз тиран вышел, может нам взять. Так, автомат мы сбросим, возьмем аптечку. На крайний случай. Если вдруг он за нами будет, нас будет преследовать.
Так, ключ бесполезен. Все. Открыли дверь в генераторную. Лиан, пожалуйста, беги. Нет, мы одна команда. Я не могу просто оставить тебя здесь. Я просто женщина, которая любит тебя. Ничего больше. Эйда, нет. Эйда! Самоуничтожающаяся система была активирована. Самоуничтожающаяся система была активирована. Она не может быть отменена. Всем рабочим следовать к экстренной машине на боковой платформе. Я всегда буду помнить тебя. Прощай, Эйда. Ада умерла. Грустно все. Мастер-ключ. Выглядит очень важным. Все, теперь направляемся. К местам, где у нас мастер-ключ нужен. Тиран мутировал. Леон, ты сделал это. Клэр? Это ты? Где ты? Я вижу тебя на экране, но это сейчас не важно. Леон, ты должен пойти привести Шерри ко мне. Я оставила ее в офисе охраны. Пожалуйста, ты должен спасти ее. Жди минутку. Что ты собираешься делать? Куда ты идешь? Мне еще есть о чем позаботиться. Я рассчитываю на тебя. Привет. Клэр, ты там? Клэр! Офис охраны? Все, отправляемся за маленькой девочкой Шерри. Как мы поняли, она в сейв-руме находится. Где ее оставила Клэр. А сама в это время готовит вакцину. Так. У нас еще предстоит встреча с мутированным тираном.
Я пришел, чтобы забрать тебя отсюда. Клэр ожидает тебя. Так, я не могу бросить Шерри. Блин, я хотел эти боеприпасы взять. Ну ладно. Отсюда виден аварийный выход. Спуститесь. Просто отдохни. Клэр скоро придет. Просто отдохни. Клэр скоро придет. Так, и ничего больше он не говорит. Так, здесь-то у нас есть ящик. Есть рычаг активации двигателя поезда. Мотор нельзя включить из-за недостаточного количества энергии. Отлично. Вот ящик. Ключ от платформы. Нужно поторопиться и скорее починить поезд. Итак. Берем аптечки. Ладно, сохранимся, наверное. А там лежит. Да ладно. Все, идем запускать поезд, энергию для поезда.
5 минут до взрыва. Так, пошел отсчет. Как всегда, время ограничено. Надо все это сделать по-быстрому. Хранилище разных пробок. Вы хотите открыть его? Так, штекер С, штекер H. Высоковольтный штекер используется для энергогенераторов. То же самое. Так, вот сюда у нас упал тиран, мутировал, так что придется с ним встретиться, я думаю. Активирован аварийный режим. Подача энергии будет временно остановлена. Эвакуационный поезд будет запущен после подачи энергии. Уже игра началась. Я стою как истукан. Блин. То есть все-таки цапнул. Тварь. Это ты? Эйда! Ракетница. Ракетная установка. Один выстрел из нее способен убить любого врага. Ну что? Держи. Игра окончена. Так, уже доступно, поступает. Вот и все, от тирана остались одни кусочки. Отправляемся к поезду. Первым делом сейчас надо открыть ворота еще. И дело сделано. У нас 3 минуты еще в запасе до взрыва. Надо взять аптечки. Все, отлично. Запаслись. Теперь можно бежать. Ну, зомбированные тут повылазили. Устройство управления воротами в туннеле. Нажмите переключатель.
Так, 2 минуты осталось. Повернуть рычаг. Есть, все заработало. Клара, скорее! Клара! Ложись. Шерри потеряла сознание. У меня есть противоядие. Если его ввести. Клара, что происходит? Не сейчас. Давай же, Шерри, очнись. Ну же, пожалуйста, очнись. Где я? Помогло! О, Шерри, все будет в порядке. Спасибо, Клара. Все уже позади. Нет. Я должна найти своего брата. Верно. Это только начало. Прощай, Эйда. Так. Это еще не конец. Что это было? Все молчат. Предупреждение. Опасность взрыва приближается. Экстренная система активирована. Этот поезд взорвется. Повторяю, этот поезд взорвется. Что случилось? Я не знаю. Дверь не открывается. Так, 2 минуты до взрыва. Уильям Биркин еще живой. Надо его с ним кончать. У меня есть ракетница. Ой-ё. Куда-то пальнул, мне вообще непонятно куда. Так, меня приложили. В очередной раз он расплылся. Как раз обойму в него высадил.
Внимание, внимание! Система самоуничтожения активирована. Все части поезда будут уничтожены. Повторяю. О, нет! Клара, останови поезд. Я не могу, дверь в блок управления закрыта. Что? Клара, что там? Боже, что это, Лайон? Где ты? Прекрасно. Шерри, что ты делаешь? Мы должны остановить поезд, не так ли? Я смогу сделать это. Где же этот выключатель? Может быть, это? Шерри! Лайон! Я долго не продержусь! Нажми вон ту кнопку. Нашла! Наконец-то! Ты в порядке? Да. Где же Клара? 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 Я здесь! Это безумие! Боже, оно живое! Давайте, нам надо убираться отсюда! Бежим! Итак, наконец-то все кончено. Шерри, ты выглядишь ужасно. Не хуже, чем ты, Клара. Давайте, нам пора идти. Сейчас? Что произошло? Нас что-то преследует? Мы должны идти. Мы не можем терять времени. Куда идти? По-моему, нам пора разобраться с Амбреллой. Так, вот, собственно, конец второй части. Я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Оставляем комментарии и отзывы. Вот. С вами был Валерий Хаус. И увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!